Всем привет! Это канал Cool Film. В этом выпуске я расскажу вам еще одну историю, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Внимание! Последние три комментария, которые вы напишете под этим роликом, попадут в следующее видео. Кстати, на нашем канале идет конкурс на 5000 рублей. Нажми на значок, который находится в верхнем правом углу экрана, чтобы узнать все подробности. Мохито Ангел, спасибо за идею для этого выпуска. Короче, погнали. Ник Уайлд и Джуди Хопс расследовали очередное преступление. Найдя улики, наши пушистые герои поняли, что злодеи скрываются на секретной заброшенной базе. Рано утром они решаются отправиться туда. Добравшись до места, Ник и Джуди увидели огромную стену. Она была настолько высокой, что через нее даже нельзя перелезть. Наши герои нашли ворота, которые были заперты. К счастью, недавно Нику и Джуди повстречался секретный агент по имени Вольф. Им довелось некоторое время вместе работать над раскрытием одного очень дерзкого преступления. Так вот, Ник предложил позвать его, ведь он был очень хорошим взломщиком. Джуди согласилась. Через полчаса Вольф подтягивается на эту заброшенную базу и успешно взламывает замок. Когда наши герои зашли вовнутрь, то там было очень темно. Ник попросил Джуди, чтобы она далеко не отходила, ведь где-то там засели опасные преступники. Идя по темному коридору, Ник услышал посторонние звуки. Он отошел буквально на шаг, и его тут же кто-то схватил. Тогда Рыжелис закричал, чтобы морковка убегала. Джуди услышала своего напарника и побежала к выходу, чтобы вызвать подкрепление. После того, как на Ника напали, он резко развернулся и увидел, что это был Джек Сэвэдж. Ник очень удивился и сильно разозлился. Потом кинулся на этого кролика. Завязалась драка. Рыжий лис вцепился когтями в грудь Джеку, но тот дотянулся до своего пистолета и выстрелил. Ник был ранен и начал истекать кровью. К счастью, вовремя подбежал агент Вольф и быстро обезвредил этого плохого кролика. Через несколько минут приехала полиция и скорая помощь, которых вызвала Джуди. Короче, все закончилось хорошо. Ник через неделю полностью поправился и продолжил вместе с Джуди ловить злодеев, а агент Вольф им часто в этом помогал. Джека посадили в тюрьму на 20 лет. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за, подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока!